Самаркандский автомобильный завод, получается, начал свою деятельность с компании Isuzu Motors с 2006 года. И на протяжении этих лет мы уже произвели более 35 тысяч единиц техники. Производим 5 видов автобусов, на более 10 видов шасси устанавливаем, где-то порядка 40 видов кузовов. Казахстан является для нас стратегическим рынком, тем более город Алматы. Мы уже в данном рынке работаем с 2010 года. Получается, на сегодняшний день продали порядка 80-50 единиц техники. Вот, на сегодняшней выставке мы представили 2 вида автобусов, которые на протяжении последних 2 лет стали очень популярным в этом городе. И надеемся на дальнейшее именно увеличение продаж на этом рынке.